Муниципалитетами Краснодарского края собрано порядка 100 тонн гуманитарной помощи, которую отправили на территорию Украины. В сборе помощи приняли участие волонтеры местных отделений партии «Единая Россия», предприниматели, прихожане храмов, жители. Формирование колонны с гуманитарной помощью проходило на территории Славянского района. В отгрузке и отправке собранных жителями Кубани товаров приняли участие более 100 волонтеров, казаков, военнослужащих. Они встречали прибывшие из районов машины, перегружали товары в 10-тоннике, помогали в укладке продуктов и вещей. У нас в Славянском районе, как и в нашем регионе и во всей стране, действует движение «Мы вместе». Ребята неравнодушные помогают людям в чрезвычайных ситуациях. Когда было подтопление, ребята помогали спасать людей от последствий чрезвычайной ситуации. Сегодня наши студенты, наши активисты, волонтеры помогают формировать гуманитарные грузы для жителей, которые сегодня попали в сложную ситуацию, для нашего братского народа. И такие добрые дела ребят стимулируют их к дальнейшему развитию. Помогать людям это добро. На территорию Украины будут отправлены продукты питания, средства личной гигиены, вода, постельное белье и другие важные для людей вещи. Гуманитарной помощью было загружено 10 10-тонных машин. На месте формирования колонны побывал глава Славянского района Роман Синеговский. Пообщался с волонтерами и военными. Колонна с гуманитарным грузом отправилась в город Армянск Республики Крым. Там помощь будут распределять и доставлять в населенные пункты Херсонской области крымским автотранспортом при поддержке Министерства обороны России. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».